Сегодня в городе Харьков проходят сборы сборной Украины, которая готовится к чемпионату Европы, который будет проходить в конце следующей недели в городе Санкт-Петербург. Ребята показывают сегодня свои навыки и возможности, которые они приобрели в течение сборов. Ну и мы смотрим, насколько они готовы, и посмотреть и подсказать тренерам, что еще нужно сделать, что еще нужно подправить. Сюда приехали старшие тренера сборной и главный тренер сборной Украины. Сегодня такой у нас мини-смотр бойцов и мини-спарринги проходят. Составом определились еще до проведения сборов, но в любом случае сборы внесут коррективы свои. Поэтому по результатам сборов будем делать уже уточнения. Это такое уникальное событие для нашего города, поскольку нам удалось собрать со всей Украины первых и вторых номеров. То есть это только мастера и мастера спорта международного класса. Поэтому сегодня у нас проходят контрольные спарринги, ну, в некоторых весах, где еще не определился состав, сегодня определится. И для ребят, которые проходят подготовку, спарринги, как в конце недели. Приехали и Идрис Гизалов, мастер спорта международного класса, и Виталий Бранчук, который будет драться за пояс чемпиона мира по версии М1. Он тоже готовится вместе с ребятами. Ну, также харьковские спортсмены Александр Лунга, мастер спорта международного класса, Владислав Затерко, Денис Бондарь, тоже мастера спорта. Они попали в состав национальной сборной Украины и поедут на чемпионат Европы. Моя задача подготовить, максимально помочь подготовиться к моим партнерам, да, партнерам по команде, также сборной Украины, которая сейчас тренируется у нас в Харькове. Я делюсь своим опытом, помогаю ребятам, помогаю сборной Украины, так как я представляю Харьковскую область по смешанным единоборствам, да, как представитель, помогаю ребятам готовиться к чемпионату Европы. На сборы мы пригласили именно тех ребят, первых номеров, которые у нас поедут на чемпионат Европы, кого мы определили тренерским советом и президией федерации. И под них мы вызвали ребят, которые помогают им достичь того именно высшего функционального, эмоционального, технического состояния как раз для поездки на чемпионат Европы. Будут очень сильные сборные из Азербайджана, будут сильные сборные из Грузии, будет сильная сборная из Белоруссии. Ну, конечно же, это Россия, это лидеры, ничего тут не скроешь. Наша сборная входит в тройку сильнейших сборных мира, и я думаю, шансы у нас, ну, всегда и есть, и будут, я думаю, всегда.